какой-то заправлял имя Мотрис Хасасча, взял Шаабедича, Хавал Варгатурску, Хатурску Хасасча, Айпал Рахалган за Хатурску, Хавал Вар, и все другие слова, их имя Мотрис Хасасча. Их для меня вот еще спазим, Абсна, Ахадарахер, а кандидат Алхас Алексипа Кузния, Абсна Хадарахер, а кандидат его такой, Дмитрий Сергей Па Дбар, Ярубас, Ехерея Кто, Абсна Хадарахер, кандидат Ихтар Айхандуя, Ислам Федорика Ешпа, Ярубас, Абсна Жлар, Рейзера, а депутатша, Лаша Ашуба, Астамур Маршба, нас Юра Пабуш, заслуга за то, парламент, все парламент Рейзера, а депутат Джинджоля Омар Когайпа. Амцахара, все политика, парламент Амцахара, Лаполча, Зила Шабит, Арея Хтобеха. Арея Хужуб Сахарех Нарбет, и харгоза абугра коги, и хартоза ажа коги, и шукну коза хендкарра, и хагулу ауа. Ари зиги-зиги сарубыс язызу пхедзут мцхверан. И хэдби это гыла за ашала, а хендкарра айз хара удзом. Изейз хадзом, изей цыдзом а хендкарра. А хендкарра вахамыц гылар, амц у ажлар имжаква, дарарба араку ирулу, ала уку мнуквар. И не лаги хендкарра хада хабхаги изаадзо. Ярахата а реформа захва, хара а реформа уи уже агурагара даари мачхи. Десу уже а кандидат сур хатарнак цва генцважо дара кандидат цва ге абжи хари генцважо усур хот а реформа курацо бурдзи ге епшубха. Ма бха реформа дара реформа епшцам, хара ха программа дара программа епшцам. Так же нельзя жить дальше. Если честно, просто какие-то группы в угоду своих интересов дальше ездят и пропагандируют, что вот дальше тоже нужен этот президент, который сегодня есть. Я не против личности. И никогда мы себе не позволяли кого-то оскорблять. Мы критикуем работу. Вы можете себе представить, я вам расскажу одну интересную информацию. Взял один высокопоставленный чиновник, отделение, передал фирму, фирме коммерческой, где сегодня производят гемодиализ. Берут от государства деньги, покупают препараты на энную небольшую сумму, порядка там 27 миллионов себестоимость. От государства получают порядка 50 миллионов. И целое отделение в республиканской государственной больнице сегодня принадлежит фирме коммерческой. Люди у нас, которые воруют народные деньги, их еще и на государственном бензине, на государственной машине с водителем возят. Еще со спецсигналами ездят. Их сажать надо. Надо говорить то, что происходит у нас в стране. А там захожены с кематха, а я еще и дрзаху. Нас жены с кематха, но мы сейчас гейтус. Жены с кематха, а вот так хоть какой-то хаз, зиги-зиги рыща, я грагула на убри, да бхам, что такое не зла, а это с хахела ганаха. Измано, а хоть ква, хаш, что хоть какой-то хаз, дугоп, а дзьягаз, дугоп. Я хава жран за забьюхамам, дугоп, а мне хуну с кематха, бежишена, изымгаз гахрасую. Изымгаз хыпхахши, а баса документ конечно харпырцы. И пхахшо, хара макяназа, анхаюжлар хахахот хчимазцугахбо. Сара, зюйихон гисымнеца с багапш гитсуон, анпаб гитсуон, джарамза джигисымнеца с ихавожранза уючимазуицумов, с хала сапсала, ихавожранза сапсад гилгисырбхашом, ярай хатан сад сырбхашир цыгазам сапсатанаца, аха апсуа. Хунузг мат хагдазузанхум,
женизк мэфа гидо заху, на хашни у идзи гахакур гулан хайти уэй. Ярлас нам шун гихацапо. Апсыз вашла рабжу, апсыз ги узыпшацу. Ахамса апсних у зигизиги. Удрадзыта бед уара. Удрадзыта бед дзуху шисих у зигизиги. Ргула на магазин пар аншне юго. Жба халес гиху была и ргула. Харахак сарах зымдру ахлак уэку ханухо. Язхот баба хушек саяхачхаз. Вот так на скинуш ногу и рыш там я чар. А чар рам я нрырымка. А гипстаза шахунаха. Дараца. Убря арас зырма карва азырпала. И жив башук сацмой. Краснодар и Майкопи сыбжо. Суок станхак адзус идгалан маат ксатха. Сасхухим згызчо. Сараса бигуара табус иган. Я хам вообще, а там зарегистрирован там, саш все видишь, где ночью нас тут санс напало держит, саш что снапало держит, а он кабе в абсолютно та сомнется, богаче он сомнется, дарден бы он сомнется, с ней беда из бурги побри, с халаш низким от саха вседаха, и сам бурзе, и сам она рухстрит, и хаги, а рух сама пашук сама бакстрит, а кса астр, а ух са расхала сачу, а бакши са схала сачу, зебешиз. И в садке лазынами, поток их взорами, а поток взораны хамла. Хартас хазын хадзон баба. Шевшес минут издара дзя, сахам за. Ареал храпану, а форма гиархот, а катранки пырцот, а амио хвек арцот, а столба хвек дыргулот, а лампочка хвек нархавет и бзио, а кабель хвек рыбшавет, и разнака трансформатора, та хазара машина хвек хвек дыргулан, я агань, я дыргулот. Ус хоп, хара, ус и алет. Хараха злоит храй, я хепсна на плака, артуна, хата джебала, и хата продукция дзижу, ха злоит храй, я налогла тхучны на хаил дарцоп, я хазжу. Гурлы бчарена джиоб, быстро на плаках, а цракой разхавает убри, я хагулу, я рад чеба, хату. Убри, я сам шал храпано, я рейджи нейны, и дрбота, бри, а кытан хамя, усбарда я на цога. Арах зиги бзоро и рёпа хунткара вообще какие мутхрази. Вовинаган хнызк ма атапар иртот или хобшрала хумшрабхи ахдрбон. Вабхи айцаг хаухот нас ари, вожу аам танцалак нас вара худапсадари адгилква, шарай ашириф гулой, андхатша, усулча, абри ше шахтар цоп, шарарха. Оп, оп, и шахтар цоп, и ахтар цоп, и ахбар цоп, агурыш харгар цоп. Ариан Данцев. Исправлять ситуацию во всех направлениях. И начнем с государственной границы. Мы добавим зарплату нашим сотрудникам, которые работают на границе. Чтобы потом не было разговоров, что нам нечего домой принести. Мы уберем эти пошлины непонятные, которые сделали. Почему не делают пошлины для своих родственников, которые построили там, а на границах себе дьюти-фри, магазины и все остальные? Почему они для вас делают эти пошлины, что вы 10 килограмм мандарин туда везете или сюда завозите хлеб, чтобы перепродать его? Многие мне говорят, что слишком грубо выступаешь или постоянно говоришь о том, что надо чиновников сажать. Их надо сажать. Крестьянина не надо сажать из-за того, что он один раз оступился. Того надо сажать, который 100 миллионов ваших денег украл. Надо привозить с любой страны, куда бы они ни уехали. Пусть поездит по селам, по городам, пусть посмотрит вам в глаза, пусть ответит на ваши вопросы. А если ты не можешь приехать, значит, у тебя есть грехи, за которые ты не можешь ответить. Я вас прошу, 25 числа, когда вы придете, не означает, что за нас надо проголосовать. Проголосуйте за честных людей. Проголосуйте за тех людей, которые будут думать о будущем нашей страны. Мы во время войны ее отстояли, в мирное время мы ее отдаем. Спасибо большое за внимание. Даже закончив
высшее учебное заведение и дипломированным будущим специалистом, для него нет места, то есть он никуда не может пойти, либо через очень адский труд, все-таки находит себе место. Каковы вот это решение вашей команды? Я бы хотел бы услышать. На самом деле очень интересный вопрос, и, наверное, он очень насущный сегодня, да? Извините, даже не поприветствовался. Тамас Зерешимазад Зепа. Добрый день. Вот молодой человек задал очень актуальный вопрос. Если вы посмотрите в буклете, там написано, что мы, ну, уже разрабатывается, но там написано о том, что закон о первом рабочем месте. Как раз таки это говорит о том, что когда молодой специалист заканчивает высшее учебное заведение, он должен быть востребован. Но вопрос в другом. Куда мы его пригласим? В государственную структуру? В какую государственную структуру? Как она сегодня работает? Здесь наши кандидаты уже сказали о перераспределении полномочий и оптимизации штатов самой государственной структуры. Для чего это делается? Чтобы власть эффективно, быстро принимала хорошие решения. Это касается и организации, и производств. Там, ну и в сельском хозяйстве тоже ребята сказали уже. Поэтому там, где будет высокий, скажем, рейтинг у того или иного претендента, конечно, он будет, ну, в нашем случае, я имею в виду, если наши кандидаты выиграют, безусловно, у него будет приоритет работы, конечно, не сразу на какую-то высокую должность, но с определенным, конечно, опытом надо будет поработать для того, чтобы его накопить. И дальше двигаться по служебной лестнице. Это тот, кто захочет. А эта проблема, она на самом деле связана в том, что мы не развиваем у нас производство в разных направлениях. Это уже, как было сказано, пищевая промышленность, говоря о нашей продовольственной безопасности, это и текстильная промышленность, и товары народного потребления. Куда мы можем рекомендовать человека? Их просто нет. Мы говорим о том, что мы зависим процентов на 80, даже больше, от внешних поступлений. Мы на самом деле в очень плохом положении. О том, что было тоже сказано уже, что если вдруг с границами у нас произойдет проблема, ну, с одной стороны, она может произойти в любой момент, и с морской в том числе, с Российской Федерацией, ну, не знаю, вроде все хорошо, но риски государство все равно должно учитывать. Мы, помните, во время войны нас вытащило село, мы тоже были в блокаде. Ну, разве сегодняшнее состояние села и тех запасов, которые есть в селе, нам достаточно обеспечить наше население? Я думаю, нет. Не думаю, а уверен и знаю, что нет. Поэтому, говоря в комплексе обо всем, как раз таки вот этот закон, о котором мы говорим, о первом рабочем месте, и там еще есть пункт «Молодежный призыв во власть». Это как раз таки они перекликаются в этом отношении. Скажем, преобразование судебной власти, если бы я хотел, чтобы подкреплено были денежными ресурсами, а заложены ли в бюджет, достаточные ли они, или вы хотите заработать. На преобразование экономическое у нас три сектора экономики. Это туризм, аграрный сектор и банковский сектор, который банк сжечь надо. Значит, на эти средства какие уходят? Вот эти выступления должны быть цифрами закрепленные, понимаете? Мы не знаем, вот, достаточно ли бюджет, который зарабатывает Абхазия, и который получает со стороны, значит, нашего стратегического партнера на эти преобразования, потому что они колоссальных средств нужны. Вот и вы назвали там, значит, медицина, учеба, и так, ну, все отрасли. Где вы возьмете эти деньги? Первый год вы не заработаете. Я надеюсь, что вы будете у власти. Вот эти цифры желательно, если в будущем выступлениях ваших, или нас убедите в этом. Без этих базовых вещей, как правопорядок, как сегодня вы все прекрасно знаете, вот то, что вы сказали, это прямая работа с инвесторами, с банками, с теми же нашими российскими коллегами из государственного чиновничного аппарата. Я работал, я знаю, и я был на острие этих переговоров. И знаю, как нам тяжело это дается, когда они, давая деньги, им сложно поверить в то, что они попадут адресно туда, куда они должны попасть. Имеется в виду, на предприятие будет определенный проведенный конкурс и многое другое. Я прекрасно понимаю ваш вопрос, но еще раз хочу сказать, что в программных вещах, которых там есть, и в буклетах, и в расширенной программе, можно посмотреть дорожную карту. Начинаем с правопорядка. Там есть еще отдельный блок новой налоговой политики. Мы все с вами сегодня прекрасно понимаем, что та налоговая система, которая сегодня существует, она не дает возможность развитию предприятия.
И это так. Это и НДС, и налог на прибыль, налог на дивиденды. Их 22 налоговых обременений. Ну, они там, может быть, и таможенные туда причисляются в данный момент. В них, которых там 9 местных, а остальные республиканские, например, да. У нас расписано там, какую налоговую политику мы предлагаем. Их будет, если раз уж пошли в экономику, дайте мне возможность немножко высказаться, не буду сильно грузить, как говорится, да. Мы будем предлагать их 3 уровня. Один это общий режим, второй это мелкий средний бизнес, только налог с оборота, тоже сейчас цифры назову, и патентная система. Вот 3 уровня. Первый уровень это от вида деятельности будет зависеть, кому какую процентную ставку установить. То есть будет отчисление от прямого дохода. Заработал, заплати государству на обеспечение государственной деятельности и заботы о пенсионерах, инвалидах и так далее. Правильно? Согласны вы со мной? Первое. Там будет процентная ставка от 10 до 30. Если производство, то это минимальная нагрузка, нам надо развивать. Если торговля, там модно говорить спекуляция, торговля, то это максимальный процент. Если это, скажем, там стратегические вещи, как энергетика, разумеется, там сильно грузить тоже нельзя. Если банковская сфера, то какой-то средний процент в размере 15%, чтобы дальше не грузить, как говорится, получение кредитов. Вот мы туда закладываем, чтобы вывести и людям было удобно легально заниматься предпринимательством и бизнесом. Понимаете? Это первое. Второе. Мелкий средний бизнес. Если оборот не будет превышать 6 миллионов рублей в год, это в нашей концепции, да, то будет один единственный налог с оборота 5%. То есть из 6 миллионов надо будет один раз в год заплатить 5%. И третий уровень – это патентная система, те люди, которые самозаняты. Допустим, часовой мастер, ювелир, парикмахер, у него будет одна годовая ставка. Ну, мы предполагаем около 3000 рублей в год. Все. Но главное, их всех надо учитывать, они должны быть все заявлены, мы должны их знать и дальше анализировать, как стимулировать этот бизнес. Понимаете? Мы провели анализ, я вам честно скажу, вывели все цифры товарооборота, это у нас делается, кабинетом министра, правда цифры искаженные, знаем, понимаем, что обе границы, где-то больше сквозняк, где-то меньше сквозняк, это все знают, это ни для кого не секрет. Но даже те цифры, которые сегодня есть по товарообороту, да, потенциалу, который есть, применяя эти ставки по родам деятельности, мы выходим с плюсом на 800 миллионов рублей к действующему бюджету. Вот что я вам могу открыть. Вот. Поэтому есть вещи, проработанные до, как говорится, до пошаговых таких вещей, где мы не хотим говорить, что у кого-то плохая программа или хорошая программа. Будут дебаты, будут встречи. Вот мы хотим, чтобы другие кандидаты, которые к вам приедут, попытаются на любой ваш вопрос ответить детально, как мы сейчас пытаемся это сделать. Вот вы задали вопрос про судебную систему, да, еще добавили. Понятно, что верховенство закона должно быть, но не должен президент своим ресурсом решать вопросы. Правильно? Мы об этом говорили, о перераспределении полномочий. Значит, суд. А как нам бороться с тем, что принимаются решения, которые там связаны с покровительством, попечительством, каких-то родственных отношений? Я вам могу сказать, это есть в программе, это было еще заложено Аслан Георгиевичем в свое время. Подвергать экспертизе принятые решения отдельным органам, государственным, даже судебные, следственные и многие другие. Отдельные чиновничьи решения, глав администрации, все будут попадать в архив и под контроль. В нашем случае, разумеется, да? Этого никто никогда не заявлял, это первый раз говорится об этом. Что работа чиновника, принимаемые им его решения будут попадать под экспертизу. Чиновник, который идет на работу, должен будет обязан подписать документ об антикоррупционных действиях. То есть он не имеет права взять на работу своего родственника, близкого, дальнего родственника и так далее. Не принимать никаких конфликтных действий, где может пересекаться с каким-либо другим его родственным отношением, вот прямые действия чиновника, понимаете? Это все укомплектовано, написано у нас в нашей программе. Вы такие вещи от кого-нибудь слышали? Надеюсь, может, услышите, кто-то действительно хочет поменять ситуацию. Ну, там будет видно. Я извиняюсь, может, немножко эмоционально или громко. Или соображали загораживаться с Россией таможенным барьером одной рукой, мы с протянутой к ним. У нас, Российской Федерации, подписаны 2 ключевых договора.
2008 году и 2014 году. Помимо этого подписано более 90 соглашений межправительственных, межгосударственных, межведомственных. И таможенная служба здесь не исключение. В данное время на территории Абхазии уже начинает действовать некий стационарный российский пост, который будет снимать нагрузку с, значит, поста ПСОУ. Но там также написано, что мы с Российской Федерацией должны войти в единое экономическое пространство для свободного перемещения товаров, услуг и, разумеется, людей тоже. Но не могу сказать, что только там абхазская сторона в этом виновата, что граница сегодня остается в этом режиме. И у российской стороны есть масса вопросов, почему, могу сказать. Потому что мы пока с вами наглухо не смогли закрыть грузино-абхазскую границу, чтобы оттуда ничего не... Контрабанда идет, потом этот товар попадет на... Мы хорошо здесь себе это позволяем. Ну, у нас, может быть, настроение такое, но наши соседи этого не хотят позволять. Понимаете? Поэтому нам для того, чтобы здесь открыто разговаривать с российской стороной и говорить о том, что давайте выполнять соглашение, да, там у нас подписано соглашение о режиме торговли, о свободном перемещении товара, я уже сказал. Подписано соглашение о поощрении, взаимном поощрении инвестиций. Это все стимулирование для того, чтобы у нас шло внешнеэкономическое, ну и, разумеется, межгосударственное взаимоотношение. И там даже про границу отдельным тоже пунктом написано о том, что должен быть свободный режим. Избранных только можно будет, если есть. Но для того, чтобы прийти к этому и требовать от российской стороны выполнения с их стороны этих обязательств, у нас есть вопрос, по, еще пока остается, он открыт по грузино-абхазской границе. Там, вы как знаете, стоят российские, нам помогают российские пограничники, но периметр пока не закрыт. Отдельными специальными средствами пытаются. Море контролируется, вы тоже знаете прекрасно, морскими судами и другими пограничными службами. Но в этой части у нас пока есть проблема. Плюс серьезная проблема, как вы знаете, перемещение товаров из Грузии. Я могу это открыто сказать, меня может даже услышат. Я обращался, когда последний раз работал в правительстве, заместитель председателя правительства, я обращался с просьбой поручить мне с этим, разобраться с этим вопросом. Подготовил его, выезжал с большим совещанием на границу с таможенным. Нам нужен там государственный таможенный пост с полными атрибутами. Мы государство, и мы должны защищать свои интересы. Но, к великому сожалению, у нас есть и в правительстве люди, и просто население, которые начинают вдруг говорить о том, что, а что мы с Грузией какие-то торговые дела организуем, да, слушайте, установление полноценного таможенного поста и взятие под контроль товаропотока, разумеется, с Мадейн Джорджия сюда никто ничего не пустит, допустим, но если крестьяне там какие-то огурцы, помидоры или что-то еще носят друг друга, это приграничная торговля, она во всем мире существует, там нельзя передавливать, вот. Поэтому нам там нужен полноценный пост. Эта демонстрация контроля границы должна быть. И тогда мы сможем разговаривать свободно с нашими партнерами. Чтобы мы выбрали, вот как вы нам сказали, выбирайте не по голоду, не по деньги, а по душе. Вот он мне понравился. Да, говорили все президенты, мы вам сделаем, мы вам поможем. Скажите, пожалуйста, вот она получает 500 рублей. Вас мы выберем. Пенсию. Сколько она будет получать пенсию? Я вот вам здесь не хочу обещать, как 5 лет тому назад, да, 15 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Все за... в первую очередь, если вы окажете доверие, народ окажет доверие, в первую очередь мы должны понимать, в первое полугодие мы должны понимать, сколько денег у нас в бюджете вообще в республике. Да. Ну, конечно же, 500 рублей, это уже вообще ни в какие рамки не лезет. Это даже стыдно. Ехэпи хайхабыра. Хастадыргылас, сасакшахас. Урысшо, я протестую. А властях и нейрцы с гуйтоу. Вы имеете специальность водолазов? Если Абхазия и абхазский народ находится на самом дне. Вам очень будет сложно нас поднимать. Да, и что в нашем поселке проходит река Бзыб. И на сегодняшний день мы, молодежь, и также наши родители, мы наблюдаем такой нюанс, как бесконтрольная добыча нервных материалов, камней и тому подобное, и также вырубка лесов. И самый актуальный вопрос, именно потому что
как бы через Бзиб проходит дорога на Рицу, и вопрос такой, как мы будем справляться именно с этой проблемой? Значит, когда принимаются решения по такого рода вопросам, имеется в виду дать разрешение на выборку инертного материала в пойме реки. Я просто предполагаю, кто это может быть, и предприятие, тоже думаю, кто здесь работает. Но для того, чтобы выяснить, насколько это правда бесконтрольный или контрольный, мы же не имеем права просто так говорить, да? В Гагаринской администрации есть некие контрольные органы, здесь на месте. Просто надо сделать замер по отношению к тем документам. В документах, в экологическом заключении есть допустимая норма выбора этого материала без нанесения ущерба, значит, руслу реки. И вообще, она же несет еще и полезные вещи, он содержит все остальное, как говорится. Это дается только для того, чтобы такое разрешение именно в пойме. Мы не говорим сейчас о добыче инертных материалов где-то там в месторождении, в горах или в ровной части. Выборка материала только для исправления русла реки. Промышленной добычи в таких местах не допускается. Поэтому, если взять документы, это их можно запросить, они наверняка есть в администрации, мне просто не интересуются. Я большей частью сюда подъезжал, вот ваш региональный депутат знает, мы смотрели, что можно сделать по берегоукреплению, потому что подмывают эту часть с моста сверху. Ну, эти проблемы нам известны, и, конечно, будем ими заниматься. А что касается выборки материала, кстати, интересно будет посмотреть у этого предприятия, если здесь такая выборка идет, какие деньги они заплатили в местный бюджет, например, раз уж они здесь материал добывают. Это же тоже интересно, правильно? Поэтому, в нашем случае, если будут поступать такие сигналы, конечно, мы будем реагировать, смотреть.